Всем здравствуйте! С вами, как обычно, я. Ну, в общем, сегодня я вам расскажу, как сделать легкий и быстрый перекур. Ну, типа, если вы есть хотите, чтобы там не варить суп или не делать салат, а просто хоп-хоп и готово. Правда, он подольше, чем салат тот, который я делал. Ну, ладно. А если вы не знаете, что за салат, можете посмотреть видео это. Ну, если найдете. Короче, берем апельсин. Вот любой апельсинчик. Видите, такой апельсин. Потом берем яблоко. Небольшой такой перекурчик. Нарезаем яблоко, вы знаете. Ни хрена. Это небольшая неполадка. Вот. Нарезаем яблоко. Вот так вот. И также сделаем с другой стороны. Чтобы было две больших. Вот так вот. Хопа. Вот так вот делаем. Потом вот эти вот края мы тоже отрезаем. Отрезали. Мне все шатается, блин. Вот. У нас получается два вот таких вот больших. И два вот таких вот маленьких. И средних нет. Вот то, что их в бок уберу. А, кстати, нам уже нужна тарелочка, если вы не знали. Я просто ей показать не буду. Мы пока что в тарелочку уберем. А вот эту вот хрень можно тоже в тарелочку убрать. И теперь нам надо почистить апельсин. Мне не это надо было. Сейчас я все соберу, обратно ударю, чтобы у меня апельсин появился. Падает. Давайте. Вот это то, что надо. Апельсинчик. Шкурки. Вот они. Мы можем яблочки пока что достать. Корочки убрать. И эту хрень убрать. Теперь нам осталось поделить его по долькам. Ну, знаете, типа, знаете, в каком плане. Сейчас покажу. Я не знаю, мне об стол вот так стукнуть? Или... Я не знаю, короче, мне можно об стол стукнуть, чтобы они появились. Или мне вот так вот его положить, щелчок сделать. Только щелчок другой будет. Наверное. Давайте щелчок сделаем. Ну вот. Апельсин, да они вот чищенные, вот в эти дольки. И тут их дофига. Потом, сейчас я покажу, как их надо накладывать. Яблочки мы пока что убираем. Не знаю, вот стороночку их уберу. Да, я, кстати, в шортах, ну, голый. Хотя вроде во всех уродках в угол. Ладно, сейчас вот я наложу и потом покажу, как это надо Вот так вот надо положить. Вот так вот. Потом берем наше большое яблочко. Кладем сюда. Берем еще одно большое. Кладем сюда. Потом берем маленькое. Кладем сюда. А потом
Ну вот, красиво, вкусно, полезно. Ладно. Всем до свидания. С вами был, как всегда, я, Кирилл Готовчик. Ну, не знаю, я так себя назвал. Ладно, пока. Приятного аппетита.